практикантка, что ли? Почему к занятиям опоздала? Да мне бы директора или из начальства кого-нибудь. Утром будут. Тебе тут записку с адресом оставили. Не надо было тебя опаздывать. Тамара Георгиевна очень уж рассердилась. Очень. Явиться в школу, в кабинет директора к 8:00. Остановиться по адресу. Здравствуйте. Вы к кому? Стойте на месте. Ой. Господи. Меня к вам из школы направили на квартиру. Мне Тамара Георгиевна говорила. Паспорт при себе? Да. Я ведь уже давно на квартиру не беру. Деньги небольшие, да и хлопотно. Но если Тамара Георгиевна просила. Ну, проходите. Проходите, проходите. Я ведь тоже раньше в школе-то работала, так что мы коллеги. Правда, я завхозом. Ой! Зин, это постояльца новая от Тамары Георгиевны. Мам, тошнит опять. Вот я и говорю, такие дела творятся. Саму себя боишься, честное слово. Днями еще одна пропала, телеграфистка. Седьмая уже, как вам нравится. Четвертая. С матерью не спорь, до сих пор ищет. А я так думаю, сбежала с кем-то. Нынче молодежь-то сами знаете. Вы огурчик-то берите, свежий, с огорода. Когда Людку-то Бондаренко придушили, я ж сразу сказала, добром дело не кончится. Это он сейчас молодых выбирает, а потом на спелых баб перейдет. А, явился, не запылился. Конечно. Чего припозднился-то? У нас гости. Это зять мой, Алексей. У нас в больнице работает доктором. На почетной доске висит. К нам Тамара Георгиевна жилечку прислала. Смотри. Добрый вечер. А вы про Лоренцию-то смотрите? Сегодня новая серия. А мы когда будем? Ой, ну что вы! Какая постановка, как играть? Да сподобно! Ой, мне соседка говорила, что сегодня Эстер отравит Дону Педро. А потом застрелится. Ужас, да? Правда, у нас телевизор не цветной. Новый-то купить некому. Мне пора, я побежал. Дежурство. Все было очень вкусно, спасибо. Ну так что, смотреть не будете? А поцеловать? Нет, я очень устала, извините. Ну я вам там уж постелила. Переиграли, а ты не рад? Я очень рад. Просто устал немного. Дом, работа, пойми. И жена. Она у тебя хорошенькая. Почему ты мне не писал, что она беременна, Алёш? Ну, какое это имеет значение? А разве нет? Ну, не сердись. Не сердись. Искупаюсь, пожалуй. Сейчас не надо. Тебя могут увидеть. Дин. Идёшь? Я. Пойдем со мной. Нет, Дин. Ну, как хочешь. Не надо. Дина, Дина, подожди, Дина. Дина. Дина.
Здесь мелко. Алёш! Тише. Рыба. Алёша, рыба! Тирлим-тирлим-тирлим-тирлим. Тьфу ты. Голодовку объявить вздумала. Второй день надо мной измывается. Ну ладно, вернемся, как говорится, к нашим баранам. А на чем мы остановились-то? Да все, пляж пустой был, и ничего такого. И не боялись одна ночью в набежавшую волну, так сказать. Не испугливых. А, да еще в чужом городе. Отчаянные нынче барышни пошли. Откуда вы такие берутся? Ну, скажите честно, по-хорошему. Господи, ну сколько ж можно, а? При каких обстоятельствах вы познакомились? Что? Когда и где познакомились, я спрашиваю. Я не понимаю, о чем вы говорите. Елена Лутошина, узнаете? Это она? Она. Снимок сделан 3 сентября в банкетном зале того самого ресторана. На берегу. Не приходилось где-то как-то бывать в этом заведении? Ну, я же вам говорила, я в первый раз в этом городе. Ага. Тот же вечер, 3 сентября, тост на брудершафт. Это фотография с друзьями. Никого не узнаете где-то как-то? Групповой снимок на память. Лутошина больше не фотографировалась. Ну, понимаешь, какое дело. В объектив где-то как-то иногда попадают незапланированные вещи. Бывает так? Это кто? Гораздо интереснее, кто это. Ну-с, и вы по-прежнему станете утверждать, что никогда здесь не бывали где-то как-то? Фотомонтаж. 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 Вы знаете этого человека? Встречались когда-нибудь? Чудненько. А ты видел ее где-то как-то? Ну, на фотографии. Правильно, на фотографии, которую ты сделал 3 сентября на крыльце пляжного ресторана. Ты посмотри, посмотри внимательно, она это или не она? Не помню. Выпил я тогда. Андрюша, извините. Ты же фотограф, у тебя где-то как-то должна быть просто отличная память. Ты просто-таки обязан вспомнить. Обязан. Ну, не помню я. Чего замолчала? Была там! Говори! Черт! Почему не в школе? Я? Почему не на уроках, я спрашиваю? Тебе передали мое приказание? Тамара Георгиевна, тут такое дело, где-то как-то есть основания полагать. Короче. Я думаю, эта девушка причастна к убийству гражданки Лутошиной. Здрасте, моя бабушка. У нас и доказательства есть. Вот. Ну и что? Она была в ресторане. Андрей там тоже был, правда, Андрей? Угу. Да вот и наш доктор, я вижу. И что? Non multis et multum. А? В немногих словах, но много по содержанию. Латынь. Я вас не заметил, Андрон Анатольевич. Добрый день. Это моя практикантка, и если у тебя, Петя, есть к ней вопросы, ты должен был в первую очередь предупредить меня. Я тут как-то где-то не в игрушки играю. Она пойдет со мной. Все показания? В моем присутствии. Я за нее отвечаю. И покорми птичку. Впервые имею удовольствие знакомиться с подчиненной в стенах милиции. Мало того, что на неделю опоздала, кто позволил шляться по ночам, не весь где. С какой стати вы разговариваете со мной в подобном тоне? Девушка, очевидно, не понимает, что есть она и кто есть я. Incredibile dictu. Невероятно. Сегодня мне тобой заниматься не досуг. Завтра в моем кабинете в 8:00. Надеюсь, больше не придется вытаскивать тебя из милиции. Обедать? К Леночке покойной надо заехать. Ага.
И хорошо бы заказать венок. Какая редкая удача. Нам по пути. Вам в какую сторону? В противоположную. О, между прочим, ты моя должница. Единственную приличную рубашку испокапила. В смысле? Ну как же, я только сейчас понял, что ты специально вылил это вино на танцах в ресторане. У тебя с головой в порядке все? Нет, с головой, конечно, все в порядке. А с рубахой явно проблема. Стой! Ну ты автограф-то свой узнаешь? Давай рассказывай, как дело было. Да пусти. Ушла из дома и не вернулась Людмила Бондаренко. Ее потом нашли у змеиного источника, она была задушена. Далее. Ирина Зотова, 20 лет, бесследно исчезла. Ее тоже потом нашли. С удавкой на шее. Алеша? Так, теперь. Зачем ты носишь с собой эти вырезки? А что? Да нет, я просто думала, что у тебя в кармане мои письма, наши фотографии нет. А где они? Ты что, потерял? Да нет, нет, конечно. Где? Ну, то есть, у меня их украли. Кто украл? Ну, почем я-то знаю. Украли. Ну, прости, прости, прости меня, прости, я плохой. Я плохой, плохой, я плохой, я очень плохой. Прости меня. Алешенька. Пообещай мне, что ты уедешь, м? Никуда я не уеду, Алеша. А почему? Потому что мне не от кого бежать, понимаешь? Ну, но ты же знаешь, что я не... Я-то знаю. Но они вправе так думать. Ты уже подозрительна тем, что чужая, чужая. И тебя видели в ресторане. Не могли они меня там видеть, Алеша. Могли. Нет, могли, Алеша, могли, не но могли. Но видели же. Ну, пойми, пойми. Здесь действительно происходит страшное, слышишь? Убийцу никто не видел, конечно. А вот Люду, Иру, Таню и всех... Их всех видели после смерти. Ну, что ты смеешься? Алеша! Ну, что... Кто это? Я не знаю, пойду посмотрю. Только тихо. Витя, открой! Мамаша его, ей только на язык попадись. Витя, сейчас. Витя, пойдя. Ну что, убедилась? Шагу ступить не дадут. Уезжай, а? Здравствуй, Алеша. Это твоя новая девушка? Это Галка из больницы. Мы работаем вместе. Я с весной в морге. Подожди. Ну, погоди ты. Ее прошлой осенью задушить пытались. Она чокнулась после этого. Не веришь? Дай-ка зеркало. Иди сюда. Леша. Убедилась. Собственно, отражение боится. Люблю. Жить без тебя не могу. Ведь так, кажется, ты говорил, Алешенька. Ты думаешь, я сюда на практику приехала? Да за тобой я приехала. Потому что это я без тебя жить не могу, слышишь? Ведь ты как воздух для меня, Алеша. Хочешь, я пойду крикну всем, что я люблю тебя, хочешь? Да не бойся ты, Алешенька, не бойся. Да, я боюсь. Я боюсь. Да не смотри ты на меня так, не смотри. Ты из другого мира приехала и уехала, а здесь свои законы, здесь чертово место. Трясина, болото, попал и уже не выбраться, а я хочу жить! Я жить хочу. Успокойся, успокойся, мой любимый, я уеду. Но мне нужно понять, что ты действительно этого хочешь. Вечерний эмоцион? Полезное мероприятие. Ну и как вам наше захолустье? Уютно. За что люблю этот город? Сколько воды утекло, а он все не меняется. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И к змеиному источнику, надеюсь, сходили. К какому? Ну как же, змеиный источник. Исторический памятник. Сюда великие князья съезжались. Даже Гришка Трепьев, говорят, бывал. Священная вода. Надо будет сходить. Так ведь
Тут недалеко, у реки, за пляжем. Вы ведь Ленку-то телеграфистку нашли? Говорят, знакомство с ней водили. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Про, между прочим, осыскал тут кое-кто. Фотограф наш. Как его? Как же я тебя завидую? Ты такая счастлива. Не есть Бог на свете, он посылал тебе любовь. Я так люблю его. Я так тебе завидую. Он единственный настоящий. Знала бы моя бедная мама, какое счастье. Добрый вечер. Так значит, что делать-то будем? Я вас предупреждала. У нас порядки раз навсегда заведены. Тишину любим, чтобы без фокусов. А вы? Не успела поселиться, уже милиция. Здрасте, пожалуйста. Ночью весь дом перевернули. Как вам нравится? От соседей стыда не оберешься. В общем, ищите новую квартиру. В общем, не ужились. Мам, тошнит опять. Девушка причастна к убийству гражданки Лутошина. Ты ее убила? Да или нет? Да или нет? Что тебя привело в наш город? Я не люблю фотографироваться на улице. А со мной? Ну, пожалуйста. На что только не пойдешь ради любимой девушки. Ты меня осуждаешь, мама? Он хороший. Он самый лучший. Ты же хочешь, чтобы я была счастлива? Значит, ты должна полюбить его. Аккуратнее надо. Каждый вид приспособился. Стрельникова сядь, сказала. Прилетели. Накормили. Я же для нее лучшую перину застелила. Какая славная перинка пуховая. А она? Туда же. Прошлой ночью шляла с ней, видишь, где? В историю вляпалась. Милиция за нее приходила, все расспрашивали. Будто я преступница какая, как вам нравится. Будто я в чем дурно виновата. И нынче. Занята. И нынче. Спать не давала. Посаду и прогуляться захотелось. Как вам нравится. Посаду? Ну да. Я с ней накануне уж так нанервничалась. Никак заснуть не могла. Прям бессонница. А тут слушаю, будто на окошко. Стук. Думаю, повезло жиличке. Теперь яблоки воровать будет. Выглянула я на улице, точно. По саду бродит кто-то, как вам нравится. Думаете, она? Тамарочка Георгиевна. Кому же еще? Спасибо, дорогая моя. Значит, не сердитесь, что я ее вызвала. Я оценю ваше страдание. Хорошо, спасибо. Ты такая бедная. Пожалуйста, сюда. Ой. Для особых друзей ты путь такая особый. Бедная. Можно? Вот теперь да. Угу. Виноват, Тамара Георгиевна. Вот, это сказали, для вас самый лучший. Сидит? Ага. Настойчивая девочка. А вчера ее видели в парке. Вы знаете, с кем? Очень настойчивая. Куда смотрит наша Мария Павловна? Всему свое время. Что еще?
Может, примите, а? Четвертый час уже маринуем. Зови. Я здесь с 8 утра. С 8:13. Хлопот много. Надеюсь, ты на меня не в обиде? Я не в обиде. Замечательно. А ты разве не устроена? А, Марья Павловна не любит неприятности, ее можно понять. Ты у нас такая популярная личность стала. Только кому нужна такая популярность? Но ведь я ничего не сделала, вы же понимаете. Откуда мне знать? Разве я похожа на убийцу? Здрасте, моя бабушка. Глупый вопрос. Кстати, опять звонили из милиции и тобой интересовались. Но я не виновата, это просто какое-то идиотское недоразумение. Хватит об этом. Кому надо, разберутся. Слушаю, Тамара Георгиевна. Кабинет за медпунктом еще пустует? Ага. Найди койку какую-нибудь, тумбочку, в школе ее поселим. Тебе будет удобно. И не будешь впутываться в сомнительные истории. Итак, воду лить не буду. Про традиции педколлектива и прочее. Традиции были одни, сейчас другие. Раньше одному учили, сейчас совершенно другому. Однако полгорода вышло из этих стен. Это факт. Мой секретарь Андрон, например, круглым отличником был. Гордость школы. О нем во всех областных газетах писали. Вундеркинд. Так что школу не позорь. Помогать тебе не стану, нет времени, да и желания. А вот наблюдать, какова ты в деле, буду. И не спущу ни малейшей оплошности. Я ясно говорю? Да уж куда яснее. Могу совет дать. Научись держать класс в руках. Их там 30 человек, и у каждого характер, ведь будь здоров. А начнешь цацкаться по отдельности, на голову сядут. А собьешь в одну кучу, подчинишь, и ты победила. А я не хочу никого подчинять. Тогда тебя раздавят. Разве любовь и уважение нельзя заслужить как-то иначе? Любовь, девочка моя, это неуемная жажда обладания. Отбрось романтическую мишуру, и ты увидишь, что в любви человек прежде всего старается властвовать над своим объектом. Если речь, конечно, о любви. Ну, довольно болтовни. Свои тезисы о любви и уважении проверишь на 7 ма. Крепкий орешек. Поглядим, будет ли он тебе по зубам. Поглядим. Работа профессиональный человек. Когда ты растешь, у нас будет ума. Ты уж спроси, за что на телеграфистку топлю. Сесть! По местам быстро! Меня зовут Дина Владимировна. Вопросы? В таком случае начнем урок. Вы будете подниматься по одному и четко называть свое имя и фамилию. Первая парта. Гузун Маша. Афанасьев Андрей. Воронина Валя. Марияш Илья. Зинченко Ира. Шефер Алла. Шевелева Лариса. Шатухина Лена. Большое горе постигло нас. Я хорошо знал Елену Лутошину. Трудно и больно говорить. Ушел из жизни прекраснейший человек. Жалко, такая молодая. Ей рот зашивали, никак закрыть не могли. Ничего. Да, специально из области мужика привезли, бальзамировщика. Взял нитку, цыганскую иглу и начал. Да ври больше, балаболка. Говорят, убийцу нашли. Будто бы убийца из школы протекал. Примите, а? Чичи. Сама слыхала. А за короткое время директор же куда смотрит? Как говорится, пусть земля ей будет пух. И вечно, как говорится, ей память. Слово предоставляется нашей почетной гости.
Я не собиралась говорить. Но молчать тоже нет сил. Не знаю, как пережить эту потерю. Леночка была моя ученица, моя любимая ученица. В одночасье я лишилась дочери. От родной школы. От нашей дружной большой семьи, которая так внезапно и страшно осиротела. Прими, моя девочка, этот последний знак внимания, любви. На ваш запрос от 7 сентября сего года сообщаем, что в воскресенье, 3 сентября, занятия в областном педагогическом институте не проводились. Достоверно определить местонахождение в указанный день студентки биологического факультета Сергеевой Дины Владимировны не представляется возможным. Краткая характеристика Сергеевой Дины Владимировны. Настойчивая, целеустремленная, в коллективе всегда стремится быть лидером. В связи с этим имеется определенное осложнение во взаимоотношениях с преподавателями института и, прежде всего, с куратором студенческой группы. На учете в милиции не состояла. Аккуратно, независимо, чистоплотно. Белиссимо. Omnium meo, mecum porto. Латынь. А? Bis dat, quod situ dat, do ut des. Grazie. О! In vino veritas, tacita consensi, veni, vidi. Види. Сейчас. Пришел, увидел, победил. Ой, простите, простите, пожалуйста. Ничего. Я тоже посмеюсь. Когда он тебя бросит? Наиграется и бросит, как собачонку. О ком это вы? Вы знаете, о ком. А я тебя подберу. Я не гордый. Сначала только посмеюсь, как ты, а потом подберу. Как собачонку. Дина, 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 Дина. Да. Минуточку. Алексей Григорьевич, вас к телефону. Между прочим, женский голос. За что вас так бабы любят? Да, я слушаю. Мы же договаривались не звонить. Ну? И что так срочно? Я не обещаю. Ладно. Как освобожусь? Да. Так вы мне не ответили, Алексей Григорьевич. Пардон? А вот ты где. Почему ты не выгладила мое выходное платье? Мне не в чем ехать на работу. Но я выгладила его до неодальсина. Не смей перечить, мне не годится. Ну, не знаю, не понимаю. Как это тебе здесь, когда на стуле к вам на пальцы не дали? Ужасно должна знать твое место. Ужасно. Почти что член семьи. Много лет назад, когда несчастная Кармансита умирала у меня. Напугала. Какой ты пугливый стал в последнее время. Замотался. Работы много. А, работы. Ты знаешь, еле вырвался. Ну что, ты хотела меня видеть? Соскучилась. Не шути, Тамара. У меня действительно нет времени. А помнишь, ты меня раньше называл Тома, Томочка. Ну что, так и будешь стоять столбом? Не поцелуешь.
О. Ну что ж, что ж. Говорят, любовь проходит. Все проходит. Да, я на днях видела твою благоверную. Боже, как она раздалась, как она подурнела. А не ты ли нас поженила? Естественно. Ты же мне сам сказал, что терпеть не можешь рыжих девок. Вот я и подыскала. Да ты у меня ревнивица. Томочка. Я собственница. Как каждая женщина, если она, конечно, настоящая женщина. Да. Тут слух пошел. Вы нас покидаете насовсем? Да. Это правда? Понимаешь, иногда приходит охота к перемене места. Как в стихах. Понимаю, никуда ты не уедешь. А вот как? Почему? Я так хочу. Что? Я так хочу. Я уеду. Еще как уеду. Вот как заговорил мой миленький. Да ты не влюбился ли в эту пташку залетную? Здрасте, моя бабушка. А если узнает Офелия о девочке, 14-летней, Ниночке, о подпольном аборте, а? А эти жертвы, несчастные маньяка, они, кажется, все были твоими любовью. Хватит. Ну, что тебе надо? Снимай штаны. Что? Штаны снимай, больше ты ни на что не годен. Ты мой, мой, мой. Никому не достанешься, пока я сама этого не захочу. Так и передай это своей потаскухе. Ой, ой, ой. Змеиный источник и главный объект нашей экскурсии. Это основной символ нашего города. Венчает его фигура обнаженной девушки, работы неизвестного ваятеля. Издавна считалось, что вода змеиного источника обладает чудодейственными свойствами. Испивший ее, как бы посвящается во власть. Так что вам предоставляется редкостный шанс. Ну, кто смелый? А, вот девушка, приобщайтесь, прошу вас. Спасибо. Девушка, красавица, не уходите, попейте отсюда. Кобелина с лицом праведника. Молчи, Лариса. Если ты мне подруга, то молчи. Мы скоро поженимся. Он не из тех, кто женится. Он из тех, кто не забывает. Какая редкая удача. Отдай пленку. Это шутка? Пленку отдай! Да ладно. Эй, ты отдай чего? Пленку, я сказала! Ой, эй! Вот оно что. Значит, маньяк интересуется девушками до 25 лет. Ну что ж, нам будет о чем поговорить в милиции. Не подходи, я буду кричать. Никто не услышит. Не подходи ко мне! Ты должна меня выслушать. Не подходи! Тихо! Я не убивал! Я просто сам хотел тебя вычислить, да, я следил за тобой? Но вчера я понял, ты не виновата. За тобой следят, я видел ее. Вот она. Значит, я не сошла с ума, я действительно ее видела. Ты не сошла с ума. Но ведь не привидение же это в самом деле. Нет, не привидение. Это и есть убийца. Почему я должна тебе верить? Сам придумал всю эту историю. У тебя нет другого выхода. Скажи, а за ней? За ней ты тоже шпионил, как и за мной, да? Нет. Это моя девушка, Ира. Ну как моя? Она бросила меня из-за одного местного кобеля. Я все равно ее любил.
Прошлой весной ее нашли задушенной. Красивая. Да. Вы похожи. И вот здесь у меня одна неувязочка получается. Но не может быть, чтобы убийцы и ее жертвы были так похожи. Да не убивала я никого. И первый раз я вижу Иру твою. Да что же вы все ко мне привязались? А через неделю после похорон я сам видел, как она прошла вдалеке, кивнула. Знаешь, почему медсестра из больницы боится своего отражения? Потому что она сама себя видела. Она сама себя душила. Нет, чердак у убийцы очень хорошо варит. Вот признайся, там, в ресторане, ночью на крыльце. Не было меня в том ресторане, понимаешь? Ну поверь ты мне, меня там не было! Значит, не было меня там! Значит, ты должен был знать, что приезжаешь, потому что прическа, платье! Я не знаю, кто. А здесь точно все помешались, твердят, что у этих девочек был один общий враг. Как будто убить можно лишь из-за ненависти. По-моему, это логично. Нет! Нет! Убийство из-за ненависти давно бы уже раскрыли. А из-за любви? Чушь какая-то. Почему чушь? Нет, не чушь. Любовь — это такое странное чувство. Выходит, маньяк неуловим? Уловим. Но только нужно знать, чего он хочет. Чего же он хочет? Я думал об этом. Популярности он хочет, понимаешь, славы. Ему не интересно просто так свою жертву кокошить. Он же целый спектакль разыгрывает с привидениями, с передеваниями. Послушай, ну может быть, это просто какой-то сумасшедший, а? Плохо ты провинцию знаешь. А для меня этот город как облупленный. И для него, кстати, тоже. К власти он рвется, понимаешь, к власти. У вас в столицах она далеко, а здесь близко. Протянул руку и бери. Вот он и берет. И это власть, по-твоему? А разве нет? Ну, допустим, если я маньяк. Меня никто не знает, никто не видел. И все боятся. И вот они все, где у меня. Да что же это за мужик такой? Ходит по городу, подкарауливает ни в чем не повинных девчонок. А почему ты думаешь, что убийца мужчина? Я, например, женщину веду. Дина? Ты с ума сошла? Что ты тут делаешь? Мне и так из-за тебя. Что случилось, Дина? Дина, ты прекрати! А что? Дина! Здрасте, моя бабушка опять без стука. Ой, виноват, Тамара Георгиевна. Да входи, входи. Какие новости? Что касается нашей приезжей. Вчера вечером была в больнице, как понимаете, разыскивала одного человека. Так. А ее также видели входящее фото от Ильи, у нее какие-то контакты с фотографом. Подробнее пока выяснить не удалось. Андрон, а? Мне не нравится, что в последнее время ты стал проявлять излишнее любопытство. Ну, Тамара Георгиевна. Что еще? Как видим из опыта, даже мертвая лягушка способна реагировать на сильный электрический разряд. Подобным же образом на мертвые клетки могут воздействовать сильные химические кислоты. Эта возможность мертвых мышц откликаться на внешние раздражители породила легенду о зомби, живых мертвецах, которые лишены души, но якобы живут среди нас. Ну что? Любуешься? Кому? У нас урок. Что случилось? Значит, так теперь выясняем отношения. Цепью, что да? Что случилось? Где ты была вечером? Тебя искала. Поджидала в овраге? В каком овраге? Что случилось, Алёша? Это была не ты. Алёша. Господи. Алёша. Это была не ты. Иди домой, слышишь? Как же я раньше не сообразил? Иди домой, Господи. Мы после поговорим. Не будет после. Быстро собирай вещи и уезжай отсюда, поняла? Алёша. Что с тобой? Она же подставляет тебя, разве ты не понимаешь? Она пихает за решетку. Это страшный человек. Уезжай, я тебя прошу. Зиночка. Меня Диной зовут. Ага. Так тебе плезир.
А ну-ка, пошел вон, тварь. Дина Владимировна, здесь, между прочим, школа, а не дом свиданий. Тамара Георгиевна, здрасте, моя бабушка. Вы что вы себе позволяете? Да я тебя вылетишь из института, паршивка! Здесь дети, Тамара Георгиевна. Можете считать себя свободной. Не имеете права, не вы меня сюда направляли. Молчать! А посторонних прошу немедленно покинуть территорию школы. Немедленно. Змеиный источник. Главное, объект нашей школы. Он намертво впишен в архитектурный ансамбль. Хорош, Платочек. Слыхал, что зять-то твой в школе учредил. Секретаря избил. С Тамарой вдрызг разругался. Гляди, поссорит он тебя с ней. Как разругался? Зачем? А у него и спроси. Ну, Тамара в ярость. Поссорит он тебя с ней. Факт, поссорит. Тамарочка! Тамарочка Георгиевна! Это я! Это я, Маша! Откройте мне! Я не виновата! Марочка Георгиевна! Это мерзавца! Что хотите с ним сделаю? Я тут ни при чем! Он сам. Вы для нас как свет в окошке. Мы за вас в огонь и воду. Милая, дорогая, откройте мне. Товарищка Георгиевна! Мам, а у нас гости. Здрасте. Вы один? Тамара Георгиевна велела вам кланяться. Вам с вареньем или с метком? С метком. Угу. Зиночка, что же вы стали такой ослепительной, а? Рыжий кудрик лицу, ой. Смейтесь, смейтесь. А я зато знаю, кто убил Ленку, телеграфистку и остальных. Чей дура. Шибко он вас, Андрон Анатольевич. Вы про это? Да вы что? Разве я стал бы вас тревожить по ничтожному поводу? Да вы угощаетесь, чем Бог-то послал. Сначала одели. Ну-ка, пойди посмотри, белье-то просохло. Ну и ладно. А я все равно знаю. У меня и доказательства есть. Завтра, наверное, в милицию пойду. Тамара Георгиевна велела вам кое-что передать. Пайрет мундус эт фиат юстиция. Правосудие должно свершиться, хотя бы погиб мир. Дорогой мой, счастье мое, любимый и единственный Алёшенька, ты уехал, и жизнь оборвалась. Никого не хочу видеть, не желаю слышать, не могу думать, двигаться. Существовать. Каждый вечер расстилая постель, я обнаруживаю, что приготовила две подушки для себя и для тебя. А в это время рядом с тобой чужая женщина. Чужая женщина! Это ты, дура! Отправили его в область на повышение квалификации в костюмчике новом, чтобы он там по бабам шлялся! Какая-то нелепость и мука понимать, что ежедневно ты возвращаешься с работы к ней, а не ко мне. Трогаешь ее за руку, укладываешься в постель. Оставь ее. Приезжай. Или позови, я примчусь, прилечу сама. Ты ведь знаешь, Алёшенька, я смогу, ничто меня не остановит. Я теперь ему все скажу. Пусть только явится. Гвоздя в доме не забьет, интеллект сшивый. Мама! Что мама? Что мама? Ты посмотри, что эта дрянь ему пишет. Весь город над тобой смеется. Как пусто. Как одиноко и холодно без тебя, мой родной. Я вспоминаю твои руки. Твои ласковые нежные пальцы и целую их. Я вспоминаю твои глаза,
прижимаюсь к твоей груди, чувствую твое дыхание. Таю в твоих руках, и я счастлива, мой Леша. Я счастлива, мой Леша. Этот сон мне снится каждую ночь. Когда же мы будем вместе наяву? Люблю. Надеюсь на скорую встречу. Твоя Дина. Твоя Дина. Его Дина. Как вам нравится? Может, ты на меня тоже придушить хотела? Лёшенька. Я из-за тебя без мужа останусь. Вот она благодарность. Алёша! Алёшенька! Алёша! Спасибо. Тошнит опять. Врачи говорят, девочка будет, а я мальчика почему-то хочу. Как думаешь? Я тоже мальчика. Да не бойся ты, я не беременна так. Размечталась что-то. Я тебя понимаю. Он такой, его нельзя не любить. Я твое письмо два раза читала. Аж слезы наворачиваются. Как в кино. Отдай. Где фотографии? В письме еще фотографии были. Не знаю, мне только это дали. Ты не переживай. Все образуется. Мне когда-то тоже плохо было. Еще хуже, чем тебе. Я же рыжая. А тебя оправдают. Только пообещай, что не будешь ему писать. Совсем. Не поняла, ты что, мне сделку предлагаешь? Что значит оправдают? Ведь это не ты убила Ленку с телеграфа, правда? Ну, допустим. А я знаю, кто. Ты знаешь, кто убийца? Знаю. У меня доказательства есть. Можно я повидлом намажу? Наверное, завтра в милицию пойду. Пускай они от тебя отвяжутся. Ну, а кто же это, скажи? Пока не могу. Секрет. Да ты пойми, опасность угрожает не только мне, но в первую очередь Алёше. Алёшеньке? Его вчера вечером избили. Нет, просто он споткнулся и упал во враг. Он мне сам говорил. Я не хотела тебя огорчать, но некоторые люди подозревают его в соучастии. Алёшенька, соучастник? Да как тебе не стыдно, он... А еще письма пишет, он же добрый, мухи не обидит. На него наговаривают, а он... Да ты не знаешь, какой он. Вы все его не знаете, а говорите, эх ты. Я-то думала, что ты его по-настоящему любишь, а ты... А он никакой не соучастник, его вообще там не было. Где? На похоронах. А убийца был. Ты городская, ты не поймешь. А у нас бабки говорили, я и подслушала. Если приблизится убийца к мертвяку, которого сам убил, то мертвяк обязательно даст знать, чтобы убийцу этого взяли да наказали. Ну, кровь потечет или еще что-нибудь. Вот она и улыбнулась. Да кто? Ленка из телеграфа. То лежала в гробу, как мертвая, а то взяла и улыбнулась. Алешенька говорит, просто нитки на губах порвались, но он не знает. А я сразу поняла, кто убийца. Он как раз подошел близко-близко. Ну и кто же это? Ваш дворник из школы. А с виду тихий такой, не скажешь. Что? Ходит кто-то. Да кому же здесь ходить-то, ночь уже?
Не беспокойся, Алексея у меня не было. Оставь ты его. Отпусти. И так надо мной все смеяться будут. Ты еще ребеночка задразнит. Я на тебя не обижаюсь. Но так тоже нечестно. Мужиков насильно на себе женить честно? Ладно, Бог рассудит. Не нужно было мне вообще сюда приезжать. А ты уходи. Иди домой, слышишь? Это на таких, как ты, женится. А таких, как я, просто не забывают. Дина, Диночка, открой мне, а? Я видел, она приходила к тебе. Прости меня. Дина, я решился, я бросаю ее, а? А как ты хотела? Ты думаешь, я слабак, да? Ну, хочешь, я догоню ее и придушу, хочешь? Диночка, я замерз. Мне холодно. Впусти меня. Дина. Ты поплачь, Маша, легче будет. Поплачь, пожалуйста. А Ленка-то учительке приехала.
Ты что делаешь? Ты что делаешь-то? А ну-ка убирайся отсюда! Ее нашли во враге, она задушена точно такой же лентой. Этого не может быть. Ты даже не спрашиваешь, кто? Зина. Она была у меня вчера ночью. Это ее чья? Она была... Зачем? Зачем она здесь была? Ее муж мой любовник. Бывший. Значит, он у тебя в свою коллекцию заполучил. Мне нужна правда, говори! Слышишь, мне нужна правда! Отстань от меня, убирайся! С какой стати ты явился? Почему я должна говорить? Кто ты такой свалился на мою голову? Тихо. Тебя видели там той ночью? Не могли меня там видеть, не могли. Там не было. Не было. Не было. Меня там не было. Не было? Нет. Я могу тебе верить? У тебя нет другого выхода. В меня камень. Там Зинку рыжую убили. Вы верите мне? Я спрашиваю, мне верите? Так вот, убийцу ждет суровая кара. Но от тех, кто имеет право карать. А теперь немедленно разойтись. Немедленно! Иду я в овражке, смотрю, а вдоль забора-то она идет, вот в этом самом платье. Увидела меня и шасть в кусты. Спасибо. Понимаете? Ну-с, все улики налицо. Примите мои самые искренние и глубокие. Ну, лента же чужая. Для отвода глаз. Следствие не обманешь где-то как-то. Я не убивала. Она была у тебя ночью? Я не убивала. Чем докажешь? Кто тебя видел после ухода потерпевший? Ну вот я же и говорю, я ее видела, у меня ночью зрение, как у орла, все вижу. Я еще подумала, чего она тут делает во вражду в такую пору. Она меня как увидела, так сразу и шасть пустые. Я сразу за... Я ее видел. Мы были всю ночь вместе. Чего? Ты уверен? Мы были вместе всю ночь. Она моя невеста. Я люблю ее. Это правда? Да или нет? Да или нет? Говори! Это будет самая большая ошибка в вашей жизни. Реально, ни одной улики. Не морочь, понимаешь, голову. Я выполняю свой долг. Невиновная за решеткой. А что в области скажут? Между прочим, там же ваше начальство. Неприятности будут и у них. Не будет неприятностей. Еще спасибо скажете. Убийца она или не убийца, а народ где-то как-то успокоится.
увидит, что законность восторжествовала. Мне, знаешь, ведь наплевать. Грубо говоря, что там будет с твоей, понимаешь, приятельницей? Мне важно, чтобы здесь тихо было. Усек, заступничек? Я был с ней! Я был с ней! У нее алиби всю ночь! Я был с ней! А вот задача ложных показаний... Я был с ней! Знаешь что? Иди отсюда! Ну вы должны ее выпустить! Иди, вы должны ее выпустить! Завтра разберемся! Иди отсюда! Вы должны ее выпустить! Да выпущу я ее! Выпущу! Куда я денусь? И знаешь что? Увози ее только отсюда! К чертовой матери, пока ее тут на куски не растерзали! Увезу. Увезу. Но это ваше слово. Я сказал завтра. И катись отсюда. Матюхин слушает. Я вот о чем думаю, Петя. А не совершаем ли мы с тобой опрометчивый шаг? Приветствую вас, Семен Семенович. Вечерний моцион? Да. Хороший вид у вас здесь. Вся окрестности как на ладони. А надо знать, где строится. Семен Семенович, а вы часом не видали? Не видел. Ничего не видел. Уже приходили, спрашивали. Спал. Ночью спал и утром спал, как убитый. Только теперь и узнал. Так здесь же с утра целое столпотворение было. Не знаю, спал, не знаю. И тебе того же желаю. Ты, Андрюха, человек молодой. Послушай старика. Не вмешивайся. Пусть они себе грызутся, как пауки в банке. Так ведь целый город... Делят власть. Наплевать. Что целый город? Город в порядке. И все в порядке. Тут лет 20 тому назад тоже народ пропадал. Человек 8 аж. И что? Побегали, посуетились и утихомирились. Грузчика за решетку упекли. А он ни при чем был. И теперь найдут козла отпущения и успокоятся. Тут самое главное, чтоб тебя не тронули. Каждый хочет жить спокойно. И я хочу, и все. Ты послушай старика. Тогда убийцы не нашли, и теперь не найдут. Вот помяни мое слово. А знаешь почему? Потому что он в своей воде. Ведь этот маньяк кто угодно может быть. Потому что он часть от целого. А ты знаешь, что такое целое?
Семен Семенович! Семен Семенович, вы где? Я все знаю, Семен Семенович. Вы не спали утром. И ночью вы не спали. Вы все видели. Но и убийца наверняка мог вас видеть. Теперь и ваша жизнь в опасности. Семен Семенович! Ну хорошо, не думайте о других, ваше дело. Ну хотя бы о себе подумайте. Да не молчите вы! Все произошло, как должно было произойти, но я все-таки думаю, мы должны быть прозорливее. Ведь должен же в этом городе хоть кто-то брать на себя ответственность. Здрасте, моя бабушка. Завтра твоя свидетельница открестится от своих показаний, в каком мы будем положении. Да подозрительно много, я согласна, но считай, что это моя просьба. Личная просьба. Никуда она от нас не денется. Отлично. По-моему, очень мудрое решение. Заглядывай в школу, Петь, не забывай. Ну что? Через час выпустят. Под подписку о невыезде. Томочка, 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 я умоляю тебя, Томочка, пожалуйста. Не держи зла, Томочка, пусть она уедет отсюда, а? Отпусти ее. Я клянусь, я не хочу ее видеть. А Томочка, она же не убивала, а? Томочка, хочешь, я останусь у тебя? Прямо сейчас останусь, Томочка, у меня... Ну, отпусти ее, Томочка, она же не убивала. Хочешь, я у тебя останусь прямо сейчас, Томочка? Надоел ты мне. Хорошо, я понял. Конечно, в другой раз. Да, в другой. Спасибо. Thank you.
Что происходит? А? Я спрашиваю, что здесь происходит? Что это? Андрон! Андрон!
Андрон! Андрон! О, Господи! В квартире Андрона будет произведен обыск. О его результатах долго будут судачить на каждом углу жители городка и пересказывать друг другу подробности. В тайнике под кроватью обнаружат целую коллекцию женских платьев, в том числе клетчатое, так похожее на мое, множество париков и гримировальные принадлежности. В книжных полках найдут альбом с фотографиями жертв маньяка со специальной сеткой, которую используют при создании сложного портретного грима, и мои фотографии. В альбоме будет спрятан обрывок телеграммы «Приезжаю 5-го, твоя Дина». Следствие попытается построить версию о моем соучастии в преступлениях, но безрезультатно. Убийца разоблачен. Конечный пункт экскурсии – одно из самых знаменитых мест нашего города. Обратите внимание на окна. Вот окно директорского кабинета, где он работал секретарем. Здесь же он нашел свой заслуженный конец. Школьный секретарь посмертно превратится в фигуру почти культа. На его похороны сбежится весь городок. Гроб закидают камнями. Чтобы опустить тело в могилу, придется вызывать наряд милиции. Влияние Тамары Георгиевны резко пойдет на убыль. После скандала ее сместят с поста директора. Все как будто будут разочарованы, что не она, а кто-то другой стал причиной произошедших событий. Вскоре Тамаре Георгиевне придется уехать из города навсегда. И последнее. Марья Павловна со временем оправится после гибели дочери. Выгодно продав урожай яблок, она купит новый телевизор и отныне будет следить за судьбой Лоренции в цвете. А вот Алексей через полгода собьется. Его переведут в санитары морга. Следующей осенью он изуродует руку, подставив пальцы под пилу. Больше мы не увидимся с ним никогда. Надеюсь.